Это уже был бы не выброс, это была бы отдельная подвыборка. Почему нас может интересовать нахождение таких отдельных случаев или группы специфических случаев? Причин может быть очень много. Например, мы строим регрессионное уравнение, и оно хорошо предсказывает там, поведение всех респондентов, за исключением, условно говоря, мизантропов. И мы хотим отдельно изучить этих мизантропов, но нам надо среди нашего массива достаточно большого найти этих мизантропов. Вот сейчас мы нашли такого мизантропа. Если бы мы это делали вручную, у нас бы это заняло достаточно много времени. Нам пришлось бы отсортировать по всем переменным наш массив и, соответственно, искать в каждом из столбцов нужный нам профиль. Это было бы достаточно долго, поскольку столбцов у нас 33, содержащих значимые для нас переменные. Это заняло бы гораздо больше времени, чем даже вручную заводить вот это условие, не говоря уже о заведении условия автоматически, используя Excel.